Тремор, шаманчик, тремор. Не На пол вливайтесь, ходи, друг. нету лужи, нету лужи, нету лужи, не лейте, хорошо. Я подожду и господи. Надо коня бить, не жеребца. Блядь, какие-то кони за... Да, Войт, подойди, 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 мячик. Блядь, ну это пизда, нахуй. Да, ты тело в танке, как говорится, реально. Как обычно. Да ты вот этот залупа шмот там не одевай, нормально танковский одевай. Нахуя тебе ДД шмот? Ну он думает, что танк что-то понимает, блядь. Чтоб ты огро не срывал, блядь. Так, ну один хуй он будет срываться. Это в одну цель играет. Да и пачка сами. Заходит, заходит, она отписала. Ой, тогда же получается, что Швеб сождем, че шо? А когда он был? Через 20 минут писал. Ждем, наверное, да? Кто это вообще Швеб, я не помню. Выбор не вели, блядь, приз. Да, вагон нахуй пил Старс. Да. Будет в ШП ебошить, где надо в ДЦС. В ШП пусть будет. Реально, давайте, блядь, 2 ШП, 2 совы, реально. Да типа оно нет, пройдется любым составом, не блядь. Хоть даже без ДЦ можно все пройти. Хипал хороший. У нас хипал. Дальше смотрителя боссов не видели, понял? Первый раз идут. Ну и типа. Когда-то надо начинать. Оно неадекватное, это радует. Уже особо ты не видел. Как танк вот. Ты адекватный? Я вообще такой талый долбоёб, это пиздец. Это факт. Тебе вот это только на регорно танчит. Блин, типис, можно, пожалуйста, собрать рейд? Нет, 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 нет. Флякиш скоро станет главным, нахуй, на регорно. Это сейчас облатуете на него, реально. Потом всё. Флякиш, дай голды. Флякиш за анроль карту. Ну, блять. Потребители, да, спасли? Да. Однозначно, да. Вот, мы берем, получается, псы, и тебе надо будет медведя прыгать. Вообще идем Лока сумнем. Ну ты та, которая девочка, Лок вот этот. Всем шо всем? Да, всем стартанули. Ну чё вот из этих всех чинов? А, этот и Швепс всем освободится, я ебал на. 20 минут ровно, 18 даже. Ну пошли уебем коня, хули нам. Да, 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 да. Не, может ему нужны боссы. Этот вот, спроси. Выйдите на сумон, выйдите на сумон. Спроси ему, какой меня тоже за, меня тоже за сумон, я фласки куплю. Тебе надо пыль? Да. Купи припотов мне, другалёк. Да, можно треспо разъебывать, лоб глазиком приведет.
Да чего, давайте фул куплю, реально. Купи мне 50 трипотов сразу, эти все размеры. Иди нахуй. Там чё, 3 БК в ласке возьми, да? Где-то луку возьми. Охуевшее животное, нахуй. Сам себе купишь, друг. Ты такой конь, охуевший. А почем они, слышишь, почем БК-ш надо? По 400, наверное. Ну, 350. Какой он даун ебаный на роге, блядь, я вообще его в рот ебал. Да заткнись, так держу ребят. В курсе просто, что, ну, с кем заткнись. Вы идете, понимали. А, 300 голды стоит. 3 возьми, а себе 900. Флякиш, сымонь. Бля, вы что, ёба, чернокнижник. Ну, конч не может купить мне нахуй. Гробик, тыкни шкафчик, лок. Конч не может не купить припотов. Не, не, тупо. Да ник шнырится. Заткнись. Блядь, какие вы долгие. Мы уже должны были, ну, коня в это время убить. Так нету шепса. Сейчас паладин сумоним. Напиши ему, типа, ему конь нужен или нет? Я написал, ему не нужен. Ну пошли убьем. Ну да, да, пошли. Сейчас только трэш почистим, мы пойдем. Тыкните на сумон, тыкни, тыкни, чернокнижница, тыкни, тыкни. Она птичь. Да, да, все, не скорее. Я, блядь, гильдию набирать начал. За час там пару челиков нашел. Две девушки, блядь. Это хуйня. А до пианиста сюда. X4. Пианиста? Он играет еще? Я думаю, он умер. Он с вагабондом пиво перепил и все. Ты бы хотел вагу сюда на X4? Ты это... Ой-ой-ой. Нужен, блядь. Он что-то типа такого же оказался, как и пианист, такой же продавец зарял, типа, да? Насчет этого не знаю. Где-то кто-то мне сказал. Ну, он некрасиво отжали, у него гильду, конечно. А ты был там? Ну, конечно. А, как ты даже был? Я даже твой держу в курсе. Ну, то понятно. Миказа. Ну, а ты в Дискорде был, когда это они разговаривали? Ну, я с Карухаром был так чисто. Балдел, реально. Они же там с Карухаром что-то промышляли, нахуй. Побудь Бонд, Карухар и... Кстати, ты сын вагабанда. Да. Ой, сейчас срывут окно. Маленький делаешь. На паука, да? На я паука. Сын др-др-др. На секунду. Ну реально. Нет, это, как ее звали, не помню. Которая... А, Тася, Тася. Тася, Тася. Сын Тасси, ну, стаи. А, Фред, ну да. А, пизда трейл, блять, я тебе больше скажу. Ну, я даже не слышал никогда ее. Ну, что ты никогда не был белой стаи, блять. Был, но уже при дерби вонючем. Я помню, в 273 шмоте написал, и типа, мол, возьмешь там, пожалуйста? Да, говорит, нет. Я спрашиваю, какую гильдию я могу пойти, ну, вот это вот, ну, под мой гир, она, говорит, пекарня. Вот так все и началось, реально, мой перенесный путь, так сказать. Хотя тебе кинуло в такую хуйню. Блин, мне понравилось, пиздец. Такой крутой экспириенс, реально. Это как у дедов поиграть, типа, самое кухон. Нет, там, ну, чтобы ты понял, там был чел, ну, типа, орел, который работал с помощью того, что он, ну, типа, прокачивает персонажем на афе, понял? Типа, он... И он редко приходил из-за того, что он постоянно там у него заказы, блядь. Заказы. Заказ, кстати. Ну, он что-то даже рубил, например, нормально. Он там такую, ну, какую-то пламенную речь сказал, да, типа. Мол, ему предъявляют, типа, мол, почему ты то есть не играешь, там, какие-то попиздели. Он говорит, ну мне тоже надо, типа, прокармливать там семью, сам так. И такой, да. Бой.
Ценрица мне напоминает Враску, он такой же тупой, нахуй. Тише, тише, голова. Такая локалочка, дадим хуйню. Почему тупой, блядь? А он что, не был тупым, блядь, он прям конч-конч был, блядь. Когда мы его, блядь, заставили кикнуть, нахуй. Ну просто он сам вышел, мы задрочили, нахуй. Сфисял, блядь. Ну это такие алды уже, алды X2, реально. Да нет, блядь, алды это и он, блядь, войд скорее, нахуй. Да какой я олд, нахуй, ты чё, блядь, я там поиграл, блядь, сколько там? Полтора года, что ли? Полтора года, реально, блядь. Ну и всё, и потом я полгода, по-моему, не играл. И открыли X4, блядь. Короче, что, я в этом рейде уверен во всех, кроме своего танкования. Чуешь, мы что-то убьём сегодня. И тебя вылечим, блядь. Да. Ми криба, пожалуйста. Какого? Тебе напомню. Ну, времена идут, а Флякич не умеет танчить, так и не умел вообще. Блять, наоборот, похуй. Да. А, это пиздец. У одного забираю, блядь. Пизда. Ой, фрик. Да нет, там, блядь, столько целей ДК не танчит. Ну. Я в него триксы 10-секундные даю. Веером спамлю. Как он это не удерживает, просто мне интересно. Два сильная. Там криты летят, понял, больше, чем у меня, и охрена бот у него больше. Да-да. Тише-тише. Ой, ты помнишь Жотена? Кого-кого? Жотена. Йотун. Йотун. Бля, ну что ты такой, блядь? Такой ДК колхозный. Вот ну, это такой же ДК, как и Йотун. Вот ровно 1-1. Тише, не правда. Вот, блядь, хладная броня ужаса 2% нахуй из 3, блядь. Ну как так, нахуй? Ну перерождение, потому что качено, типа, мне спектр. Нахуй это перерождение? Вон из ледников разложения обоссанного убери, блядь, талант. Не-не-не, не малы. Из разложения нельзя. Послушал, ну блядь. Не, ну я понял, бомжей в регеры водил, думаю, поставлю себе вот этого хуйню, чуть будет. Не быть, да. ДК чисто в регеры ходить. Короче, как вы танчите это самое? У стенки. Первую фазу поху, вторую к стенке, да, а третью, блядь. Вторую фазу милики бегают из вот, из этого, из двух. Так понял, чтобы моки не прохиливать, мы моки и вейдим, понял? Типа ты тоже будешь это бегать, да? Да-да-да, я бегу в коня, типа. Вторую фазу диспелите точечно. Один. С туита подиспелит, чтобы пало, а не это вот, нахуй. Пал там посмотрит, научится потом. Пол не умеет? Один, ты умеешь духа диспелить или нет? Да, конечно, умеет он, ну, профи, я считаю, да. Диспелить умею, а видеть, где он, редко получается. У тебя какой аддон в Убе стоит? Нет, я через Экспорл. А, ну вот сейчас у тебя красная рамочка есть на безжалостно? Да. Вот там будут рамочки, когда пуляется босс, появятся две рамочки. Одна на танке, вторая на рандомном челике. Когда будет появляться дух, будет появляться третья рамочка. Вот на ком третья рамочка, с него надо диспелить. Если третья рамочка не появится, то нужно диспелить либо танка, либо вторую рамочку. И все. Понял. Сейчас увидишь. Шаман может диспелить, нет? Или это магия тут? Нет, шаман не может. Не будет. Масло есть у вас, спрашивают? Так, сейчас вам дам. О, нихуя. А ну, класс кидашь? Да. А масло на СПД есть? Кот-то ничего нету, блядь, нельзя. Вон, передай. Хотя, мой похуй, дом. Мне потом в танк спекать за похуй, нахуй надо. И так дохуя дают.
Этот вот, на второй фазе понял, когда вот эта хуйня с муками, вы вот тот заборчик, где печенечко становитесь, я из черепа в луну с ним пиздую и галопом его на вот этот выход, откуда мы пуляем, поворачиваем. Угу, я понял. С пулом на печеньку смотрит. Бафы смотрите. Пока так пульнем, потом швепс будет. Погоди. Погречи ап. Угу. Ты хочешь сюда держать его? Ну, ладно. Да-да-да. Зенжу только наберите, чтобы было видно. Вот видишь, наварий на ДК сейчас рамочки. Это скажешь, когда Геру давить? Скажешь. ДПС, я и понял. Ух. Хуй знает, на ком нахуй. Ты диспылили, да? Случайно попал. Случайно попал, говори. Ну типа, третьей рамочки я не видел. Да там одна только жука злится. Ты на друидах только под перефазу. Хотите эту залупу? Ага, стопнем. Ох, сейчас на суете был, если не ошибаюсь. Да. Вот этой хуеты я никогда не понимал, нахуй, по какому. Надо хуя, под боссом. Под боссом надо все время сбегаться. И поставь гроб за суманем швепса. Это наверное, за то, что швепса взяли, такая хуйня получилась. Это тренировочный был, да? Да-да-да, ты хочешь. Да, типа босс ты проверить, реально. Я понял. Это пристрелочный. Ясно, мутикар один, пора нервить. Нет. Да. Мутики самые слабые. Угу. Всем привет. Здорово. Чё на ты выделся нахуй? Ну, он же даже не этот, не давал галоп ебаный. Надо под него, под жопу сбегаться, он туда... Ну, когда фаза начинается, при фазе. Там где-то 52% хп, туда он сбегаться под него. Дайте баф, дайте баф по птисту. И будем ехать. Мне хилить или... И пока в хп, а там где надо в ДЦ прыгнешь, если не падло. Угу. Хавайте лиму. Сейчас, секунд, перелогнуться надо, Дон. В печенечку, а милики бегают из черепа в луну вместе с боссом под муки, чтобы эвейдить муки. Сейчас прести логается, ты будем ехать. 20 секунд. Угу, скажешь, как будешь готов, я пока покурю. Но покурить это ты долго. Я уже готов, вот ем рыбу и готов. А, ну все, тогда. Флякиш курит члены. Тише, тише. На постоянке, да? Такой. Все готов. Кайф, ну.
шли милики в черепа, додать печенье. Берегитесь. Давай, может, мерку немножко сместим. Берегитесь. Все, падаем, нет смысла? Не, похуй, похуй. Бьем? Падает, падает, падает. Я пустил, да, падает. Он бы прям. А почему вы умерли? Долбая просто. Почему, типа? Мы ж так все время били. Вас, вас галопом просто уебало. С мания припутал. Галоп. А как друиды галопом вообще убили? Через печеньку просто был галоп. Крякич, давай по-обычному убьем и все. А так по-обычному, это, типа, ну мы же на том КД так убивали, никто не умирал в этой зоне, в забор просто вжмитесь. Дальше встаньте, я хуй знаю. Он не должен галоп давать, он не должен убивать. Обычно хуй не придумают. Ставь рыбу свою таблость, я давай. Сейчас еще раз так пульнем, если такая хуйня будет, будем бить по-обычному. По-обычному, типа, ну, в три хила им надо будет хилить, правильно? Нахуя? Ну, хуй знает, хуйня. А тыкните гробик, гробик. Есть шкаф, лок? Тыкни, тыкни. Вара засмотрим. Нужно подойти поближе. Не, ну, если по-обычному, с такими хилами придется третьего. Типа, просто, может, сова уебала и как-то, ну... этим солнцепадом, и оно пошло на сову, поэтому галопом туда вот добить. Да не, мы втроем в метке в этой стояли и нас убили. Вы в заборчик жмитесь просто, хуй знает. Ну, типа, мы так все время убивали, не было проблем. Метку туда переставь, вот сюда, да, и все. Мы убивали вообще стоя тут, если что. До этого. Видишь, где проблема? И тут он не задевал никого. А, ну туда, значит, встаньте, ну, пиздец. Где эта хуйня? Блядство. Вон туда. Суета, что тебе не хватает? Лапку. Каску, лапку. Каску надо. Каску, лапу нужно? Каску это, бля, голос еще не знаю. Давай я тебе скину, скину. Да, СС по Аспана на всякий случай. Видите, он сюда лицом смотреть будет, кто там стоит. Горн, дай фрик. По коня уйдите, Сол. Типа вот когда этот появится, ну, совы бить не лучше. Первых мог бить. Похуй, похуй, ДПС у вас мог. Блять, и опять это пиздец. Ну шо не так с этой залупой? Сразу пуляем. Кто-то, кто-то у края стоит, наверное, сильно, блядь. На сене там или где-то. Это пиздец. Давайте просто на 52% подбежим в жопе босса. Бля, плейбой, вот нахуй вам вот этот крыжан вообще нужен. Пуляем, пуляем.
фаза сейчас будет. Чем? За костом мог смотреть. Берегитесь. Мохи перебежали. Маленький не слаб. Пуль, пожалуй, сливают. Берегитесь. Да? Никого. Че он? Пожалуй, убил. Да, но он не должен убивать, но. Ну, меня убил вообще с первого пара. А, Моки перебежали. Берегитесь. Отдыхайте, пиздец. Берегитесь. Моки перебежали. Берегитесь. Ты сам себе говоришь? Ну еще кто-то бьет или нет, мне кажется. А то финда, я понял, понял. Не садите. Берегитесь. Под топ отказ стопайте. Веру, может, надо было слить. Да, можно, можно. Пусть, ну, за гроз смотрите, пожалуйста. Типа сейчас срыв будет, срыв босса. Саваста. У меня... Да. Выведи его сюда. Бог. Смотрите за гроб, пожалуйста. И борщит даже не пробивает. Берегитесь. Сальво пал. Когда сальво? Когда? Мите себе присану гимнвич 2 без маны. Я делал, да. Ну, рос. Мы сложный босс, но... Гро, 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 смотрите. Берегитесь. Ну, в лут на каких-то боссах надо ставить или нет? О, арбалет, сюда, отлично. Сюда. Идемте туда на морозы, на демона. Это предбисовый, кстати.
Поэт, спекнись, медведя, чтоб на этом трэше мы не погибали. Да, один хуй не хватит, тогда. Там надо просто больше времени давать. Ага. Зарю. Да, сейчас все добегут, сейчас этот разбойничек, лестница. Ты что, трэп? Потому что дура на роге, я покажу. Ой, вы два милика, типа. А же ты носовую ролишь, правильно? Что-то много. Маленький на пути. Язык туда. Поверни их сюда на меня, бо ты на хули дышишь, я не помню. Себя поверили, вы что? На хп суета на ляжем уже прямо. Боя в ветерки подними, просто совушка, но он же стоит, тебя пиздует, дай ты ему ветер, ну вар стоит, тебя бьет прям под тобой, ну не ебашь ты грозой. Он так ветер, блядь. Думай не сидеть. Сейчас меня час здесь стоит. Медведи на уши. Мана не нет, мана. Блять, Мишка в танке, я ему боб кидаю, вот долбаю. Манный план. Диведи. Дайте по шаманчику баф и влейте туда инеры. И суета, костяни им на ману, если есть. Бля, напомните мне символ на таунт поставить перед боссом. Перед муровым. Можно нахуй попал? Ну не понимаю, почему вас глопом убил. Потом КД били, типа, ну, нормально было. Чё вот хуй знает? Да не зла. Ну не бывает, типа не будет. Ну я думаю, танк не доиграл. Не, так я шо, я и в этого дал файл П и дал таун. Понял, типа, ну. А, в него? Так он нам не был, слышишь, он нам не был. По-моему. Значит, не блок. Да, да. И нархулипал, пожалуйста. По регене он мобов, ману. Я не зыбку дал, по регене мобов.
Слышишь, а шаман с полками, вы если что, типа, ну, тебе своих друзей ходить, типа, в эту кат, ведь надо их обязательно тоже брать, бо они типа не ответственны. Ну, мы в основном с ними катаем. Ну, сейчас кот пока на неделю две пропал. А сова, получается, по работе там трохи задержался. Думаю, потом после рейда, типа, можно поверить будет. Всем удобный день, время. Конечно. Ты вы про что? Мы хотим статик собрать, понял? Какой это ты? Ну, тоже статик. Десятку? Да, коржан, зломан, какую-то хуйню. Типа, я с личкинга пришел, я тут нихуя вообще не знаю. Понял, в чем проблема? Вот, такая вот хуйня. Вот лайт нам будет релить, получается. Ойд же говорил, что не хочет хуйней заниматься. Я это запомнил. Как ты 10 раз здесь и написал. Ой, что вы скажете по этому поводу? Мне похуй. Ты ж получается готов. Челик с прогрессов, типа, ну, который рел, но у него там 2 или 3 своих статика. Вот сегодня он должен был и помочь, но он сказал, у нас только нос. А, то есть сегодня ульды не будет? Не, я за вот, типа, Жан, типа, я нашел Рела, типа, решарик хорошо. Охуенно. Но у него 2 или 3 статика своих, и он этот вот, понял? Ну ты про Феникса. Не, не про Феникса. С прогрессов с гильдии, понял? А ульда, я не знаю, ульда будет. Ульда будет, но мы же в Пиражане, типа, остаемся. У Локу в 9 часов надо будет уходить, и надо еще чернокнижник сказала, когда тебе в кейд. Удобно, что у тебя РТ нет, чтобы мы ходили. Ну, нормально. Ну, решим, блин. Так это мы сегодня без копыта, да? Пойдем, попробуем. Это надо, ну. Т, четверг, пятница, понедельник. Понедельник, вторник, это что? Сколько же, что вы закрываете столько дней? Вы десятку тоже? Тут и, ну так ты же в один ходишь с ЛК, и в один ГМ, ХМ, и в один ВК. У меня 2 чара вроде. А, да? Ну это жестко. Мне сможете объяснить, как копыта вот одного там танчить, правильно, да? Вы же понимаете, войт там или что? Я хуй знаю. А, да? Ты что, веб знаешь, как танчить копыта вот одного танка? Перебьешь? Конечно. Да, просто идешь и танчишь. Там говорили, что это подпаться надо как-то правильно, или похуй, чисто спишь будет. Ну там стаки есть, блядь, со стрелой, которую босс вешает. Там, типа, есть момент, когда он какую-то хуйню косты дает, там, то порчу вешает, то еще какую хуйню, и стаки скидываются, типа, сами. Или там надо это, зеленку прожать и один стак, типа, чтобы скинулся, и потом до тикового времени. Ну а где этот момент, я хуй знает. Сейчас будем учиться, похуй. Типа, если дохуя стаков, тебя просто будет больше пробивать, может, что-то. Или порча на тебя повешается, блядь, и бонет. Ты без щита, блять, демоны появятся, вот демоны зарядят. Маленьких бесенков просто гнев паладин им дает и похуй не стоят АФК, правильно? Подожди, безжалостный, это ты танчил Грула ХМ?
Ой, да, ну я... Я пошел нахуй. Тише, тише, у меня только с тем боссом проблемы, ну я его третий раз в жизни танчил, понял? Ну я же типа 5 пришел с обычного, заебал. Че там этот... Лок убежал куда-то. Охуели, блядь. Комбат висит. Комбат? Все, спал. Груля хэм, ты танчил, я не буду. Слава на проекте, а у тебя? Ну, блядь, что я могу сделать? Ну, меня понял, экран сейчас уебищный, типа, нихуя не видно, блядь. Короче, в пизду, что я буду рассказывать, нахуй, ебал этого груля. Да ладно. Мы с Фениксом решили мое призвание закрывать руки. Этот вот, что ты будешь танчить, бой? Господи. Скипаем там этот... Драугер, правильно? Скипаем же. А я хуй знаю, что там надо скипать. Да можно, можно бить, можно ничего не скипать. Барона, баронессу уебать и все. Это все, да, хуйня. Там же можно как-то скипать, чтобы трэш даже не бить, понял? ШП убить и босса, вон. Угу. Убивая эти черепочек и потом по боссу. Что ты танчишь, Войд? Босса, понял, принял. Маленький, ну пулишь на меня трэш. Давай, может, ты трэш танканешь, чтобы мне без армии не давали. Ну, давай. Пулишь маленький трэш на этого. А ты танцы поставил, друг? А, вот. Тут вот, получается, суета первая слева, швепс первая справа, ибица вторые слева, плейбой вторые справа, сенрицу третья слева. И шо нахуй? И Санвелл третья справа. Кто-то должен быть вместо Санвелла. Я думаю, Сова должна быть. Кто? Думаю, Сова. Давай, третья справа Сова закроешь. Это же шипа, не? А, вон. Че, череп только заливаем, да? Угу. Чего? Ну, войда, ну пулишь эту хуйню маленькую. А чё у вас медведь фулл стан стоит, диспельцы? Улипал. Он дебаф не понял. Вот опять фулл ходж. Подводи сюда, они доклевают череп, подводи. А первых две гороты словишь, станешь последним за рейдом, потом суета тебя поменяет. А кто из них стан дает? Барон. Может, зальем? Лучше залить. Давайте, ставь метку на барон. Череп. Его не обязательно бить, можно просто этот, диспелить. Стан слева, прием. Ну кто там третий, второй закрывает слева? Это третий танц. Ну третий. Да фаза еще полтора минуты. Лям хп всего лишь убить. Хавайте, хавайте.
танцы будут, если. Секунд фазы. Секунды танца. Барана били, не знаю. Фаза будет, выводим, кто не добили. Скажите, у меня в рейд анонсит вот эти метки, когда третья метка. Давайте, рост нажмите. Метка. Заанонсите третью метку, пожалуйста, чтобы я не отвлекался на этот пример. Приболтал. Ну, третья метка. Давай. Я дал мне зыбку. Под третью метку скажете паладину сокру нажать. Забирай босса. Бери войд, забери. У нас же СС висит на холе пале? Не, висит на мне почему-то. Какая метка? Вторая. Пажешь паладину цикла. Блять, таймер сдусит. Раньше дал. Ты уже дал? Да. Йой, я загимню. Метка. Майди. Охуяли. Плейбой рису. Забирай. Сова лапку отдай. Забирай. Каску. Иннер по шаману дайте. Отспала. Скажешь метку, я не зыбку дам. Гимны на маму почитайте. Палс уходит. Да уже не надо. Давайте добьем уже не надо. Там уже нормально мана. Первого раза, нихуя себе, так можно? На лут говно. Да, конечно, с первого раза. Тут такой урон теперь, типа, с новым Т4, это просто, ну... АФК. Кроме оперы,
И молча АФК. Самый сложный босс, а потом все нормально. Дева? Да, да, да. Никогда не считал Деву сложным. Да он рофлит, наверное. Не, бля, сколько они... Мы тут больше всего сидим, нахуй, понял. Ладно, хуй сосить. Мне понравилось, как ты, наверное, на Регорне, как ты там сказал, раскройте свои ебучие глаза, нахуй. Это топовая хуйня. Я, кстати, ни разу на леди не падал. Ой, ну да, на деве, на деве. Слабак. Да, я подумал, что ты пророфлил. Не захило все, блядь. У нас просто... один шаман сильный, который, блядь, не мог захилить никого. Вообще-то там no plan, должен быть жесткий. У нас до этого, не понял, а это нормально. Вот. Просто по гиру не очень. Не, ну у тебя хотя бы сет есть. Уже неплохо. А что тебя в сете Т10 не устраивает шамановский? Кого? Ну, ты говоришь, у тебя хотя бы сет. Ну да, я просто ходил типа с челами много раз, который просто, знаешь, типа он 255, а у него одна Т10. Ну, у меня 4 штуки. Я почитал... Это четвертый сет Лавской и этот, то есть там, в принципе, разница невелика. Там в Т4 пускает цепнуху в обратную сторону, в этом навешивает ходы на 9 секунд на всех четырех сетах. Так что... Ну вот, ну и мы в два хила типа не выхилили молча, потому что, ну, просто пал там не хилил вообще. А что за второй хил был? ДЦ. Это с кем вы ходили? Да. Тут, кстати, наверное, даже с кем-то. А, не, это меня. Короче, какой-то шаман с гильды меня брал. Курил, который. Да, наверное, да. Сова, но там пал был, типа, встань, такой. Сова, встань подальше, у тебя дебаф, видишь? Ну это был плох. Это была плохая кара, мне вообще не понравилось. Это будет хуже, типа. Долго, типа, за целый день, ну, за там, за 4 часа не закрыли, так еще и, ну, молчи, раз 30, ну, ладно, блин. Два раз, как я вот ходил в другой гильдии, 3 часа, full ins, все, я еще 237 тогда был, ДЦ. Сложность была только на молче. Потому что, да, щитка, типа, не хватало на метку. Что он был всего на 6000. То ешки спадал. Там чуть-чуть повайпались, и все. Если мы дойдем на молча, мы там, наверное, будем долго. Я его вот на танке на ДК, бля, ни разу в глаза не видел. Да тебе там на танке не особо сложно. Там сложно хилан. Ну, если в 3 хила, то, конечно, не сложно, типа, просто ебалом, ну, стоишь, щелкаешь. Что ты понимал? Сейчас есть, а ни разу на мульте не было. У нас 2 хила до смотрителя только ходили, хипал. Ну, не, я на шамане ходил копыта, рана и гнева еще. А у вас ДД с пики есть? Паладина есть, у шамана нет. Пала есть, у меня только хил. А, там Элем, ну, 243, 104Т4, но там капы не подбиты. И сокеты алкашные, так что... Ну, тогда нет смысла даже что-то думать свапать. Пал по-любому нужен. Вот Ршама можно было поменять. Убейте суккубу.
лучше целка дрочил, но чем такой. Мне Ршам вообще в каре не нравится. Ну просто, типа, это получается лишний слот. Ну, если так разбираться. Потому что ДЦ по-любому нужен, хпал по-любому нужен. Ну вот, как бы. Типа, ну, в три хила хилить, ну, только если так. Дебаф вот этот выносите под эти под монументы, босса вам в печеньку поставлю. Каску рыбу. А, подожди, а вы почесом выглядите? А? Ну, в эту сторону сюда будем переводить. А, потом, ну, вот тут будет. И выбегаете за лезвие все время, как в леске. Пусты помогайте мне на вале. Сейчас. Ладно, запад перейдем, значит, чтобы меткость больше была. Вот, 10 меткостей, точнее, заебись. Я готов сейчас на этом шарике буду пулять. Фигня. Готовьтесь. 3, 2, 1, пул. Бой вынес. Баб, смотрим. Дали стак. Из-за лезвия. Почему вы умерли двое? Стак рано взяли. Нет, там стак плюс кара пошла. Я и говорю, стак рано взяли. Ну, рано стакнул. Падает. Сложный босс известно. Нет, просто стак надо брать после цепухи. Ну, сейчас мы без ДЦ, да? И были бы с ДЦ, можно было бы брать так. Может, и не сдохли бы. Я говорю, у вас Ршам просто, типа, слот. Не самый для кары. Шаман может на ДЦ заходить, понял? Но у нас шамана тогда не будет вообще никакого. Нет, тут был бы неплох Элим. Элим, да, я слышал, что не одетый. Просто, ну, есть спеки, да, которые вот не очень. Типа Ршам просто, он соло не хилит в ДЦ. Рыба попал. Халайка. Дживса, почини. Так, вон, поставил. 7 сетапами. Ну, бей в 2 хила, молча. Что вы не бьете мозг? Вон, спек неси в ДЦшника, да и все. Так давай, да, спек если в ДЦ, я побью. Че, мы не убьем, что ли, блядь? Вань, дамага-то хватает. И смотрителя тоже в 3 давай, на хули дрочиться в 2, блядь. Да пусть у вас Элим будет. Он, ну, не нужен в Ршаме. Нечего хилить. Просто, ну, сам спек, типа, не подходит. Сетап спек плохой. Спекайся, шаман, похуй, ДПС охватывает. А вы уже Ршамы ходили, да? Не, мы первый раз ходили. А, ну вот. Я просто, ну, мне интересно, типа, ну, Ршам хпал, типа, сколько можно пройти в этом? Ну, наверное, если бы была бы экспа, наверное, фул. Но... Ну, фул, кроме молча. Жри рыбу, шаман. А, сейчас. Маны нету тебе, нихуя. Сова, с 248 челами, которые ни разу не видели боссов, какими закрыты? Все, все готовы, на следующем шарике будем гулять. Рикап.
Дерево хпак, нормально. 3, 2, 1, пул. Рома, блядь. Кикайте, у меня мяснуть может. ЛП с пула мяснула ебучая. Баб выносит. Кто-то вас так берет. О, молодец. Я на танке похуй. Думался. Шопер салон закрыл, потому что у меня место был. Я попросил вас. Так бей в миле, вырезай себе ману. Ой, инер. Улипал без инера играет. Отойдите, кто в луже. В луже стоишь. Пап, у нас. Кто кикнул каз? Сейчас. Сейчас не надо. Mm. Это пиздец. Это все из-за каста было, да? А чё, лок 4-4? Ну, ждем он есть, там 20к ДПС. Лок в дестике. Я же говорил, сложный босс дьява, пиздец. Ну. Да не, просто заснули, забыли, что надо заходить в лужу. Вы типа стак взяли и встали на том месте, где луч активировался, да? Нет, это я, скорее всего, каз бил, но раньше начало покаяние кости. То есть там тайминги чисто. На случай. Что? Ну так вы же смотрите, где сверка, вставайте левее. Нет, было две лужи.
две лужи разлили, берете стак, и вот это вот, ну, борезка идет. Так сейчас и было. А когда она начинает? Ну, когда лучи активны, скажем. Лучи... Когда она уже кастует покаяние, или когда она уже покасит? Ну, это, точно, это не знаю, но там, скорее всего, вот вторая лужа разливается, все сразу же заходят, берут, и через 3 секунды. Ну, то есть, от второй лужи, наверное, секунд 7. С момента, ну, наложения дебаф. Че, бегу. Я вам босса дальше сейчас поставлю, чтобы такой хуйни не было. Похуй. Тут 4 кусков на ДЦ нет, это прям отстой. Тоже непросто килить. Нажимайте бафы. И как? На этом шарике пуляю. А, папку выбрали. Три, два, один. Завис. Твис. Здесь подальше от стеночки стоят, чтобы лужу разлили, вы стакнули вот там. Куда выносил? Она только разлилась, все типа по стаку. Секунды 3. Сейчас взрывнишь надо, не? Когда ДЦ похуй, там молния. Ты срыв уебишь, попульнул. Ты подойдешь. Его босса спулил, пиздец. Зыбку берите стак. Где шарик ебаный? Бегайте сразу, чтоб не болел. Его босс пуленый, блять, я не знаю. Да, шестую последующую. Ага. Буду выносить. 7 секунд и 100 маленьких. Выносить. Берите стак. О, нормально. Да.
рассказ. Где запы? Я их ни разу в луке не видел. Я тоже. А этот Аран вот эту вот огненную хуйню на танка бросает или нет? Да, да, по-моему. Которая размораживает? А, да, 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 да. Да, ну ты просто подхожу. Стоишь так же, танчишь. Нет, я он имел в виду венец, наверное. Не, не венец, я имею вот эту хуйню размораживает. А типа, если на меня бросила, милики от меня должны съебаться, а мне похуй. Да, 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 да. А, ну все, тогда смотрите сами, заебись. Два мили класса. Чем на погибель? Зеленка под лед жмется, да. Там бопать надо еще кого-то. Ну, ДЦ. Ага. Ты нам подсказывай, понял? Мы не эксперты. Он чернокнижница хорошо знает. Войд знает, и ты знаешь, понял? А, идем, я сейчас буду на погибели учиться прижиматься. А не, мы зашлись нахуй на той погибели. Уже объяснили, что на первую я жму зеленку, плюс триню, на вторую дают зубы, и на третью я жму низык. Триню, плюс кровь. Но главное, законтроленных не дотайте. Тут основная тема прорелить, чтобы челы вовремя, ну, нормально забежали в лужу, на ком там будет дебаф. Как бы по танку, то тут все легко. И, кстати, тут лучше, чтобы Лев спекнулся в Рошаму. Еще приду минуту. Я тоже бью.